Сегодня будет разбор на мотив из кинофильма «Пираты Карибского моря». Главная тема. Сначала сыграю полностью двумя руками. С нотки ми первой октавы. Первые две ноты это 16-е, то есть быстрые. И мы нажимаем ми и соль первыми и вторыми пальцами. Ля мы нажимаем третьим пальцем. Можно играть два ля одним пальцем, но желательно играть лучше разными пальцами, потому что когда играешь разными пальцами, то там штрих другой, и звучание совсем тоже получше звучит. Вот, сыграли первые четыре ноты. Первые две это у нас 2/16, остальные две ля это 2/8. Дальше играем. Меняем палец. Сначала мы взяли ля третьим пальцем, потом вторым. Потом берем опять нотку ля, только первым пальцем. То есть ритмически будет так же, только там ноты будут ля, си, до, до. Ля мы играем первым пальцем, си третьим, до вторым пальцем. Также меняем, когда играем два раза до, вторым и первым. Еще раз сначала. Дальше играем до. Опять-таки ритмически так же. 2/8 и 2, то есть 2/16 и 2/8. Тут мы какие ноты берем? До первым. Ре третьим. Си вторым. Потом, когда мы второй раз нажимаем си, мы уже со второго идем на третий палец. Ля, до, ре, си, си. Еще раз. Значит, сначала. Тут все понятно, да? Дальше играем. Ля мы берем вторым пальцем, соль первым. Потом опять нотку соль берем, только соль берем уже вторым пальцем. И ля третьим. То есть такой ход получается. То есть это можно играть в быстром темпе, очень удобно. Ля, соль, соль, ля. И такой получается так. Это у нас повторяется два раза. Только за вторым разом мы играем не ля, соль, соль, ля, а просто ля, соль, ля. Двумя пальцами. Вторым и первым пальцем. Еще раз сначала. Дальше вторая половина начинается как первая половина начала. Только здесь мы, то есть мы играем ми, соль, ля, ля. Потом играем дальше по-другому. Ля, до, ре, ре. То есть ля первым пальцем, до вторым, ре третьим и вторым. Вторая половина еще играю. Дальше идет ре, ми, фа, фа. Ре играем первым, ми, вторым, фа, третьим и вторым.
лучше возьмите ре, ми, фа, фа. Фа, фа одним пальцем возьмите. Потому что дальше там идет на ми. Ре, ми, фа, фа. Дальше. Ре. То есть ми играем вторым. Ре. Третьим. Опять ми. Такой ход. Ми, ре, ми, ля. Ля первым пальцем играем. Еще раз. Вторая половина. Дальше играем. Ля, си, до, до, ре, ми, ля. Играем ля. Первым. Си, третьим. Получается ля си, ля до си си, ля первым пальцем, до вторым, си третьим. Еще раз, сначала самого играем очень медленно. Thank you.
конечно, чуть другая тема. Я вам ее сыграю, но разбор покажу чуть попозже, наверное. Очень хорошие, эффективные для того, чтобы ваши пальцы были сильными. У нас вот считается сильные пальцы первый, второй пальцы, ну и третий немножко тоже. Вот это пятый и то есть четвертый палец, мизинец и третий палец, они немножко слабоватые. Для этого нужно их постоянно тренировать, как это делается. В общем, играем вторым, третьим и четвертым пальцем гамму хроматическую. И когда мы играем, самое главное, не забывайте акцентировать на каждые четыре ноты. Раз. Спасибо, ставьте лайки, поддерживайте комментариями. Всем пока.